Oversized Russian flags took center stage at celebrations for Russia's National Flag Day on August 22, including in the city of Mariupol in Russian-controlled Ukraine and Sevastopol in Crimea, which Russia annexed from Ukraine in 2014. A patriotic rally was held on Sevastopol's Sapin Hill, where about 100 people unfurled a 48-meter-long tricolor. In the Ukrainian port city of Mariupol, which fell fully to Russian troops in May 2022 after Russia sent thousands of troops into the country, members of the Youth Guard organization also held a patriotic rally. Mariupol was severely damaged during the battle between Ukrainian and pro-Russian forces. Но для меня, как для жителя Севастополя, это особый праздник. Ведь с 1992 по 2014 год многие люди ждали, надеялись, мечтали, что все равно Крым будет это Россия, Севастополь будет, естественно, Россия. И в отличие от других регионов, да, то есть, мне кажется, для любого крымчанина, севастопольца это особая дата, да, то есть, что сейчас действительно мы с гордостью, спокойно, уже без различных препятствий можем отмечать этот праздник, День флага. Для меня это символ, который обозначает что-то такое теплое, родное. Я чувствую себя защищенной в стране под названием Россия. Российский флаг ждали мои родители, и я ждал, и поэтому я пришел с чувства своей любви к родине, не мог пропустить такое. Вы знаете, это, наверное, больше гордость, это, наверное, честь и это смелость. То, что мы все-таки должны достигнуть тех успехов, за которые мы в ответе.